Всем привет, ребят! Сегодня решили немножко прогуляться и сходим по делам. И тут мы возле речки, немножко покажу вам природу. Ребят, ну все, короче, решили выйти прогуляться тоже. Поэтому людей очень много. Я имею в виду именно на пляже. Вот сейчас подойду к речке поближе. Тут на каждом шагу кто-то в кустиках загорает. Не хотелось бы их снимать, конечно. Вот, ребят, такая красота. И вы, наверное, слышите, что поют птички. Но еще, походу, никто не купается. И на лодочках никого нету. Ну, тоже такая красота. Сегодня ветерок, но и жарко. Там люди, не буду их вам показывать. Так, в общем. Вот, хотела еще прочитать такой прикольный комментарий. Дмитрий, спасибо за комментарий. Вот, мне как-то в самолете это про перелет, про проблемы перелета, когда закладывают уши и когда боишься летать. Мне как-то в самолете подсадили мужика аэрофоба рядом, ну, чтобы он подальше от окна. Его колбасило, очень сильно лицо дергалось, тряслось. Но я решил поговорить с ним, но как-то помочь. Твою за ноги, зачем я это сделал? Он меня выслушал и тут заговорил и начал очень подробно объяснять, почему он так боится. Вот же гад! В общем, в итоге с самолета по трапу выходило уже два трясущихся аэрофоба. Это точно, блин. Но первый раз, конечно, когда я летела, это было вообще не очень приятное ощущение. Мне главное, ребят, знаете, что не нравится? Не нравится, когда поднимается самолет и опускается. Сам полет нормально. Когда вот эти вот опускаются, то это просто пипец какой-то. Вот. Ну, это такое дело, знаете, страх перелетов. Некоторые вообще там летят и в расслабленном состоянии, подтягиваются, вообще все супер. Ну, нам друг друга не понять. Ребят, в общем, знаете, вспомнила про перелет и могу еще рассказать тоже вам историю, когда мы летели в Турцию, и, конечно же, у нас, в общем, много в городе вот таких вот каких-то пафосных людей. Знаете, есть вот люди с достатком, богатые люди, которые думают, что все им должны, и что они все могут купить за деньги. И поэтому у них очень такое... Ну, наверное, это везде есть. И поэтому, наверное, у них вот такое вот отношение к другим людям, как... Короче, не очень хорошее. И в самолете один раз чуть не подрались вот такой вот мужик с семьей, он ехал, и интеллигентная парочка ехала. Вот он чуть не подрался с этим дедушкой, с этим мужчиной. Это капец, потому что у того был рюкзак, у этого папостного, и он, ну, цеплял и мешал в проходе людям. Его попросили культурно его снять, убрать. И тот же, ну вы что, он же самый крутой. Если у него тут есть деньги, он может все купить. И они чуть не подрались. Кстати, это было рядом со мной, блин, я перепугалась. Думаю, ну и тут бежать некуда, проход. Мы приземлились, надо было как бы, ну, выходить с самолета. Капец. Это, конечно, очень неприятно. Знаете, хорошо, когда есть люди, которые этих всех не очень культурных людей могут угомонить. Потому что обычно они всегда такие наглые, такие склочные. И также, когда мы эвакуировались, я вам, наверное, рассказывала, что там тоже была семья. И они такое устроили, не хотели делиться сиденьями, когда была очень сложная ситуация, и, ну, вы понимаете, что там на трех сиденьях могли 4-5 человек сидеть, они решили себе все заграбастать, то есть...